не правы те люди, которые против того, чтобы делали прививки. Как вы относитесь к проверке QR-кодов на входах в общественные места? Ну, если это необходимо на данный момент, то я положительно к этому отношусь. Если это необходимо? Ну, чтобы люди вакцинировались, это необходимо. У нас выставлен на этот период пост проверяющих 2-3 человека, так как поток все равно идет покупательский. Идет проверка QR-кодов. Если нет QR-кодов, это либо справки с соответствующими печатями, да, вот медучреждения, где люди вакцинировались, либо это медотводы с подтверждающими ПЦР-тестами. И обязательно любой документ, подтверждающий личность. Я скажу, что нарушения сегодня, ну, они присутствуют, они есть, мы их постоянно выявляем. Буквально вчера мобильная группа заведения общепита, был составлен протокол за нарушение именно порядка пропуска по QR-кодам. Поэтому вот еще раз обращаюсь к руководству заведения общественного питания. В основном это те общественные питания, которые находятся не в центре города. Да, это, значит, просьба, большая просьба ознакомиться с новым указом главы и организовать работу по пропуску лиц, по переболевших лиц и лиц привитых, которые имеют сегодня QR-код.